Дай! Песен еще не написанных сколько? Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на выселках, камням лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак. Конечно, не он играет, естественно, не он. Да девочка, мне так. Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые головы сожгли. А мне кажется, пацан. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Дегтярева Ярослава. Ярослава, сколько вам лет? 7 лет. 7 лет. Ну, вы знаете, Ярослава, вот это, конечно, первые мурашки. Вот они принадлежат совершенно вам. И мурашки у меня начались, когда я вас еще не видела, а только слышала. А вот когда я развернулась и еще вас увидела, это, конечно, ваше сочетание роста и голоса. Это что-то совершенно невероятное. Помнишь сказку о потерянном времени? Да. Как большие стали маленькими. Да. Мне кажется, что Ярославу взяли и просто уменьшили. А на самом деле... Это хочется на вас вблизи посмотреть. Большая, просто маленькая. Большая, просто маленькая. Ярослава, скажите, пожалуйста. Ярослава. Я просто хочу, чтобы перепад был. Пошел? Перепад был, перепад? Посмотреть, секунду. Чтобы зрители увидели. И я сам увидел, насколько у нас большая разница в росте. Пелагея, ты, конечно, очень красивая, но я выбираю Билана. Провал. Подожди, пожалуйста. Поговорим еще чуть-чуть. Я пойду на место, поговорим. Ты молодец. Молодец. Не переживаешь, все хорошо? Хорошо себя чувствуешь? Не нервничаешь, да? Сейчас. Ярослава, вы тоже очень красивая. Я бы тоже Билана выбрала. Послушайте, вот вы начали сначала на октаву ниже. Вы собирались так пить. Это как бы показали диапазон вам. Ты представляешь? А если бы... А получилось бы, ты понимаешь, как? Просто я забыла немного. Совсем. Совсем. Ярослава, мы, правда, я не ради того, чтобы каким-то образом сейчас вот здесь поразвлекаться как-то, пообщаясь с вами. Да что вы тут так серьезно? Да, вы очень серьезная какая-то барышня невероятная, вы покорили просто Ярослава, меня, а не вы только. Скажите, пожалуйста, вы песню эту слышали вот в оригинале в исполнении Виктора, да, Цоя? Нравится вам? Угу. Класс, да? Ваши родители, а они как, музыкой занимаются? Вы так серьезно относитесь к своей задаче, что мне стало очень интересно, откуда же ноги растут?
Ну, бабушка и мама, они как бы тоже поют, как я с детства. А сколько лет маме хотел? Ну да. А сколько маме лет? Маме 29. Такая молодая мама. Да. Ой, здорово. Я вас очень поздравляю с такими. И я вас поздравляю с такими, вообще. Да, с такими чудесами. Пойдем, не будем тебя больше задерживать. Пойдем обниматься. Спасибо тебе большое. Пойдем пожимать руки. Можно вас? Ты красотка, умничка вообще. Молодец. Серьезно, серьезно, серьезно. Молодец, умничка.